Недавно экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что готов вновь претендовать на высший пост в стране. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, согласовывал ли Кочарян свое решение с президентом России и как Путин относится к желанию Кочаряна участвовать в политической жизни Армении. Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои шаги с президентом России. Это совершенно абсурдная постановка вопроса. Но сам Роберт Сидракович, конечно, он большой друг России, он убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с Российской Федерацией. Это человек, который приложил немало сил для развития своей страны. И мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с нашей страной, с Россией. Для нас это является главным.